Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего кулинарного канала. На улице яркое солнышко, самое время пойти на пикник и приготовить сочный шашлык из свинины в майонезе. Для приготовления возьмите ингредиенты, указанные в списке. Очистите лук и нарежьте колечками шириной примерно 1 сантиметр, примерно 200 грамм, нарежьте небольшими кусочками и измельчите в чаше блендера до кашицеобразной консистенции. Измельченный в блендере лук добавьте к майонезу и хорошенько перемешайте. Свинину хорошо промойте, обсушите салфеткой, нарежьте порционными кусочками, не очень мелко, чтобы шашлык не получился суховатым. Добавьте специи, указанные в рецепте, или поэкспериментируйте со своей стороны. Соль и черный перец должны быть обязательными в мариновании шашлыка, и все ингредиенты перемешайте. К мясу добавьте майонез с луком. Еще раз хорошо перемешайте. Подберите подходящую емкость для маринования. На дно уложите слой лука. Добавьте кусочки мяса, чередуйте слои лука и мяса до самого верха. Верхний слой должен быть из лука. Добавьте остатки майонеза и распределите по всей поверхности. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на 5-8 часов, лучше на ночь. Свинину насадите на шампура, чередуя с луком. Разожгите огонь удобным для вас способом. Дождитесь, пока образуются угольки. Отправьте шампура с мясом готовиться. Периодически переворачивайте и жарьте до румяного цвета. Шашлык из свинины в майонезе готов. Приятного вам аппетита и огромное спасибо за просмотр!